Да, всем привет, Трамп победил. Идем на вечеринку трейдеров, блогеров, аналитиков. Будем праздновать, это большая победа России. Смотри, мы его сегодня выбрали. Да, выбрали. Мы молодцы. На госуслугах я проголосовал. Да. Я поддержал эту историю. Мы видим, что рынок растет. И это хорошо. Трамп наш, наверное, лучше, чем 8 лет назад. Поэтому мы победим. Рада победа Трампа? Безумно, как вам сказать, безумно. Безумно рад? Да. Теперь наш рынок. Да. Теперь наш рынок будет. Теперь наш рынок куда? Наверх. Ребята, сегодня празднуем победу Трампа. Чудесную закусь нам подогнал Дональд Трамп. Сам Дональд Трамп. Мелания нас обслуживает сейчас. Так что там с самолетом? Самолет празднует победу Трампа-то? Я думаю, самолет сейчас занят другими задачами, потому что в первую очередь с таким увлекательным путешествием котировки вниз нужно что-то придумывать, выходить и общаться с инвесторами, рассказывать им, какие планы на дальнейший подъем, котировки, потому что ну уж очень сильно они сейчас всех огорчили. А мне кажется, что было бы очень позитивно намекнуть о том, что у самолета большой земельный банк в Московской области, и у них грандиозные планы по ИЖС. А в видео мы празднуем победу Трампа. Да, ты же не спрашивал. Как, при чем здесь Трамп? Как рынок сегодня прыгнул? Ну, рынок сегодня прыгнул? Прыгнул. Случайность, да? Совпало. Шахисты хорошо покрыли, честно. С утра вот явно были шахисты. Мне показалось интересное рассуждение про Аэрофлот. Вот сейчас собой закончится, начнем опять летать во все страны мира. А кто нас пустит? Ну, я имею в виду, кто у Карапетина. А Сбербанк стоит сейчас дешев или не очень? Да смотри, наверное, дешев, но здесь мы все сравниваем Сбербанк, акции Сбербанка, с депозитом Сбербанка. Выбирайте сами. Вопросики. Ты не подбирал? Нет, я не подбирал, подбирал более упавшие акции, но мне кажется, что Сбербанк, если вы не так давно на рынке, если вы не посвящаете свою жизнь фондовому рынку, то, наверное, Сбербанк – это одна из самых безопасных историй, и на ближайшие года это неплохо в текущем. Наш рынок и Трамп. Пока позитивно, да, собственно говоря. Я, правда, не знаю, чему они так радуются сильно, но бы нужен был повод для того, чтобы отскочить. Отскочили. А дальше? Слушай, падение длилось достаточно долго, да, поэтому шанс на то, что деньги есть, денег много. Если бы не позиция текущей ЦБ, было бы лучше. Ну, сейчас посмотрим. Я говорю, для того, чтобы отскочить, в принципе, дальше по России есть возможность. Есть деньги, есть хворост, нужен повод. Трамп, не Трамп, посмотрим.